Всем привет! Сегодня приготовим чизкейк без выпечки. Готовится он легко, и продукты самые простые. Готовила я его для праздничного стола. Очень красиво и эффектно смотрится. А также он очень вкусный. Давайте его приготовим. Нам необходимо измельчить печенье любым удобным для вас способом. С помощью блендера или с помощью скалки. Как вам удобно. Растопите сливочное масло, влейте его в печенье и тщательно перемешайте всю крошку. Подготовьте разъемную форму. Застелите пергаментной бумагой для удобства. Высыпьте туда всю крошку и тщательно разровняйте. Сделайте небольшие бортики. Я буду делать это руками, это очень просто и легко. Также можно использовать стакан. Хорошо прижмите бортики и разровняйте основу. Уберите в холодильник или в морозильник, если вам нужно побыстрее, для того, чтобы основа из печенья хорошо застыла и приняла свою форму. Чизкейк будет состоять из двух слоев. Для первого слоя нам необходимо вначале взбить сливки жирностью не менее 33% до твердых пиков. Взбейте сливки, далее желатин залейте водой, тщательно размешайте и уберите для набухания. В общей чаше смешайте сметану с сахаром, тщательно размешайте, растопите желатин, но не вскипятите его, чтобы он не потерял свои свойства, и влейте его в сметанную массу. Тщательно размешайте и добавьте туда взбитые сливки. Хорошо размешайте, и наш первый слой для чизкейка готов. Достаем основу из печенья и вливаем туда наш первый сливочно-сметанный слой. Хорошо разровняйте его и отправляйте в холодильник, чтобы он застыл. Так как в этом слое используется желатин, достаточно будет 30 минут в холодильнике, чтобы он застыл. Но если у вас есть время, можете продержать его и подольше. Для верхнего слоя беру магазинное желе, заливаю водой, как указано в инструкции, нагреваю и оставляю его остывать. В это время подготавливаю фрукты для украшения. Я буду использовать мандаринки и банан. Можете использовать любые фрукты, которые вам нравятся. Фрукты можно вообще не использовать, по желанию, как вы хотите. Остывшее желе буду вливать в два этапа. С помощью ложки аккуратно вливаю желе. Стараюсь закрыть все фрукты. Вливаю половину желе от общей массы и убираю застывать в холодильник. Убираю на 30 минут в холодильник, этого достаточно, чтобы этот слой схватился. Далее достаю из холодильника и сверху вливаю оставшееся желе. И также убираю в холодильник до полного застывания. Чизкейк готов, он очень хорошо выходит из формы. Порадуйте свою семью, своих родных и близких таким чизкейком. Очень легкий, простой, быстрый рецепт. Если вам понравился такой вариант приготовления чего-то вкусненького к чаю, готовьте по моему рецепту. Ставьте лайк этому видео, пишите свои комментарии. Подписывайся на мой канал, где я несколько раз в неделю радую вас новыми видео. На моем канале вы можете найти различные рецепты выпечки, салатов, вторых блюд и так далее. Приятного приготовления и аппетита!